Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Освящение храма Рязань посетил патриарх московский всея Руси Кирилл. Ко дню защиты детей сразу о нескольких мероприятиях к празднику «Шик и блеск» в Рязани – новое цирковое шоу. 2 июня Рязань посетил патриарх московский всея Руси Кирилл. Он освятил храм Покрова Пресвятой Богородицы на площади Новаторов в московском районе города. Также патриарх Кирилл провел встречу с губернатором Рязанской области Павлом Малковым, вручил ему орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени и посетил храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. У храма Покрова Пресвятой Богородицы, что на площади Новаторов, люди стали собираться заранее. Это и прихожане самого храма, а также верующие и паломники. 2 июня Рязань посетил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы. В богослужении приняли участие строители, благотворители, благоукрасители и жертвователи храма, воспитанники Рязанской региональной общественной организации «Православные витязи», а также добровольцы. Храм и величественен в своих размерах, вместить всех прихожан в этот день он был не в состоянии. Потому молитвенное участие многие верующие принимали посредством установленных в сквере рядом с церковью экранов, через которые шла трансляция богослужения. Исходя из истории праздника Покрова Божией Матери, мы с вами видим, что Пресвятая Владычица всегда рядом с теми людьми, которые усердно ей молятся, которые просят помощи. Нет такого человека, который остался без внимания Пресвятой Богородицы. Строительство храма и сегодняшнее великое событие освящения его в честь Покрова Пресвятой Богородицы – это великое чудо, которое совершается над всеми нами, участниками этого события. Каждый молящийся человек имеет возможность прийти и попросить покрова у Пресвятой Богородицы и помощи во всех своих трудах и добрых начинаниях. В далеком 2006 году здесь была освящена временная деревянная церковь. Тогда у местных жителей появилась возможность посещать богослужения вблизи от дома. Раньше верующие ходили в соседние районы. В то же время начали строить и постоянный храм. Правда, справедливо решив, что всех православных жителей он не вместит, на тот момент в московском районе жили больше 150 тысяч человек, храм демонтировали. По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка был разработан проект нового просторного храма. И в мае 2017 года предстоятель митрополита совершил молебен на начало его строительства. Еще через 5 лет митрополит Марк осветил нижний предел в честь Сретения Господня и совершил в нем божественную литургию. В июне этого года с освящением основного предела в честь Покрова Пресвятой Богородицы завершилось формирование крупного духовного центра в Рязани, говорят в митрополии. Этот храм создан по образцу храма в древнем Херсонесе, где крестился равноапостольный князь Владимир, ваш небесный покровитель до принятия вами монашества. После крещения князя Владимира в Херсонесе возникло такое понятие, такое явление исключительное в мире, как Святая Русь. Патриарх московский и всея Руси Кирилл тесно связан с Рязанью. Его духовный отец – преснопамятный владыка митрополит Никодим. Патриарх отметил, что это была ключевая личность для русской православной церкви. При нем не было закрыто ни одного храма, хотя по всей России, по всему Союзу десятками и сотнями закрывались храмы. Вот таким был ваш земляк, владыка митрополит Никодим, родившийся здесь, в Рязани, в атеистической семье, ставший великим светильником земли русской. И поэтому особое чувство у меня к городу Рязани, куда я уже, как сказал, мы с владыкой приезжали, посещали кладбище и молились, конечно, о том, чтобы церковная жизнь в этом городе процвела. И так ведь оно и получилось.
По окончанию литургии митрополит Рязанский Михайловский Марк приветствовал святейшего патриарха Кирилла и преподнес его святейшеству икону Покрова Божией Матери. В благодарность за труды на благо церкви предстоятель вручил митрополиту Марку памятную панагию. В дар храму святейший патриарх передал икону святителя Николая Мерликийского. Завершилось освящение вручением высоких наград. Праздник безопасности для самых маленьких. В Рязанской области сотрудники госавтоинспекции провели мероприятие для многодетных семей в городке Ключ. Ребята и на самокатах покатались, и правила дорожного движения подучили. Еще раз о правилах дорожного движения в нашем следующем материале. Элемент этот называется фигурное вождение. Главное здесь, говорят сотрудники госавтоинспекции, что практика соседствует с теорией. Школьникам без двух минут на каникулах напоминают об основных правилах дорожного движения на самокатах и велосипедах. Конкретно на этом этапе об аккуратном вождении, чтобы на ходу с транспорта не упасть. И немного теории, как правильно переходить дорогу. Двигаясь по тротуару, нужно помнить, что приоритет в движении все равно у пешеходов. И если есть большое скопление пешеходов, необходимо спешиться, то есть слезть с велосипеда и самоката и продолжить движение пешком. И самое важное правило – это при переходе проезжей части обязательно тоже спешиваться и пересекать ее только пешком и ни в коем случае не на велосипеде и не на самокате. Это нарушение правил дорожного движения является основным при дорожно-транспортных происшествиях. Праздник безопасности прошел в коттеджном поселке Ключ. Посвящен он был Дню защиты детей. Место выбрали не случайно. Здесь проживают многодетные семьи. И в празднике поучаствовали как дети, так и взрослые. Вы знаете, как правильно пристегивать ребенка в кресле? Оказалось, что даже не вроде. На простом экзамене с инспектором вспомнили, что ремень должен проходить через плечо, грудь и бедро. И при этом никак не передавливать шею. Для взрослых элемент закрепили, перешли к правилам для всех. Переход дороги по светофору. Элемент тоже выбрали не случайно. За прошлый 23-й год на дороге произошло почти 7000 аварий с детьми-пешеходами до 16 лет. И это на 5% больше, чем в 22-м году. Важно ориентироваться всегда на пешеходный светофор. У него всего два сигнала, это красный и зеленый. Вот, дорогу мы переходим на зеленый сигнал пешеходного светофора. Перед этим обязательно сначала убираем наушники, телефон, все отвлекающие нас предметы, снимаем капюшон. Убеждаемся, что все автомобили остановились. Праздник безопасности провели совместно сотрудники госавтоинспекции, лаборатории безопасности, отделения госавтоинспекции ОМВД России по Рязанскому району и при участии инспекторов 60-й военной автомобильной инспекции, чтобы лето у ребят прошло без происшествий. А в завершении за внимательность и активность ребятам подарили световозвращающие брелоки. Теперь и в темное время суток переходить по пешеходному переходу можно будет безопасно. Как действовать при теракте в школе и оказать первую помощь при нетипичных ранениях? Об этом учителям школы номер 43 рассказали бойцы из зоны СВО. Подробности далее в сюжете. Сергей, бывший участник СВО, получил более 13 ранений, награжден медалью за отвагу. Дмитрий – действующий военнослужащий. Работал медиком в зоне СВО. Неоднократно оказывал первую медицинскую помощь раненым бойцам. Сейчас готовит людей для СВО. Проводит курсы НВП по тактической медицине для гражданских людей и контрактников. На этот раз бойцы приехали в школу номер 43, чтобы рассказать учителям, как остановить кровотечение и правильно наложить жгут, а также как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации. И главное – как сохранять холодный разум. Бойцы, которые не раз бывали в зоне проведения специальной военной операции, знают, насколько это необходимо. Где находится ваш класс? Как вы будете баррикадироваться? Куда вы будете выходить? И так далее. Что вы будете делать, когда вы идете по коридору? На первом этаже, на втором, на третьем. Занятия организовал фонд «Спасибо маме за жизнь» при поддержке Министерства образования Рязанской области. Представитель фонда Вера Колупаева отметила, что участники СВО проводят в день по 4-5 занятий в разных школах города. Пульс на лучевой артерии, вот здесь, которую вы его не прощупываете, ну и изменится цвет кожного покрова. При этом, если долго держать, при пробе ногтевой, ну, при ногтевой пробе у вас белое пятнышко будет очень долго уходить. По словам заместителя начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Ирины Борзуновой, такие уроки проведут во всех 67 школах Рязани. На данный момент занятия прошли уже более чем в половине школ города. В дальнейшем уроки по тактической медицине проведут для воспитателей детских садов.
В День защиты детей стартовал творческий конкурс для многодетных семей. Свои творческие навыки они смогут продемонстрировать в рамках конкурса «Семейная копилка», организаторами которого стали Рязанское отделение Банка России и Региональное министерство труда и социальной защиты населения. Бумажный кубик – тоже своего рода копилка. Мелочь в ней тоже можно хранить, а сделать легко своими руками. И о том, как такую копилку изготовить, 1 июня рассказывали в лесопарке. Берем, у нас есть такой как бы квадратик, который мы вырезали по диагонали, и складываем его уголки друг к другу, чтобы у нас получился крестик. Дальше мы складываем к центру все уголочки. У нас получится такой как бы конвертик с уголочками. На мастер-классе по оригами изготавливали преимущественно копилки. Основная задумка в том, что она может быть не только как привычная керамическая свинка, а вообще из разных материалов. Пофантазировать о том, какой именно семейная копилка может быть, предложили сотрудники регионального отделения Банка России. Конкурс «Семейная копилка» – это отличная возможность провести время родителям со своими детьми, сделать руками что-то полезное, а еще и поговорить про финансовые цели. Как превратить свою мечту, например, в какой-нибудь телефон, о котором мы давно мечтаем, уже в реально достижимую финансовую цель. Визуализировать ее и начать на нее копить. Конкурс «Семейная копилка» – совместная идея регионального отделения Банка России и Минтруда и соцзащиты населения. Задача – пофантазировать о том, из чего эту самую копилку можно сделать. Процесс нужно снять на видео длиной до минуты и рассказать о том, как планируется семейный бюджет. Победителей ждут памятные сувениры. Давай, надо много выкинуть. Три. Всего же в лесопарке в День защиты детей работали 80 интерактивных площадок. Дети поучаствовали в творческих лабораториях, посетили мастер-классы по гончарному мастерству, узнали тонкости работы фокусника и окунулись в историю города на исторической площадке. 1 июня на манеже Рязанского цирка заслуженный артист России Гия Ирадзе представил грандиозное шоу «Бурлеск», настоящую жемчужину Королевского цирка и компании «Росгосцирк», созданную на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. Шоу «Бурлеск» впервые появилось на арене в 2019 году. Рождение программы сразу принесло победу. На 43-м международном цирковом фестивале в Монако артисты программы завоевали главную цирковую награду мира – золотого клоуна Монте-Карло. И вот уже 4 года проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. В Рязани «Бурлеск» впервые. И хотя зрители уже знакомы с проектами Гии Ирадзе, «Бурлеск» способен удивить и взрослых, и малышей. Отличная, суперская, мне нравится. Мне нравится, как там клоун бабочка там показывал так вот. Пум-пум-пум. Мне понравилось еще, как лошади и зебры катались. Акробаты суперские. Когда обезьянки бегали. Акробаты, девушка очень, прям страшно. Мурашки. Больше всего меня впечатлило, когда гимнасты перепрыгивали на другую качелю, с одной на другую. А животные, понятно, какие зверушки больше всего? Зебра. Когда-нибудь до этого видели зебру, вот лемуров? Только зебру только в фильмах, и лемуров тоже. 1 июня в День защиты детей состоялась премьера. На манеж Рязанского цирка вышли яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты Королевского цирка Гия Ирадзе и компании «Росгосцирк», зажигательная русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях, сказочный пегас и царевна-лебедь, эквилибристы на рояле в окружении утонченных балерин, страстная танго-гимнастов на турниках, уникальный номер воздушных гимнастов в струях воды. После него зал аплодировал стоя. Это уникальный номер, правда, потому что он создавался специально под это шоу. В струях воды такого в российском цирке не было. И благодаря нашему гениальному продюсеру Георгию Георгиевичу это состоялся этот номер. Благодаря нашим режиссерам, их вдохновению и, может, нашему труду произошел такой красивый номер. Естественно, он технически сложный, потому что вода, это все понятно, очень скользко. У нас много проб и ошибок, секретов, которые мы стараемся не раскрывать зрителю, чтобы их захватывало дух. Ярких, талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные. Пятнистые пони, лошади и далматины-наездники. Розовые пеликаны, попугаи Ара, ламы, лемуры, дикобразы, гиббоны, зебры, медведи и другие представители животного мира. И, конечно, экзотический аттракцион «Африка». У нас с животными самое главное – это доверие. Чтобы они нам доверяли, мы им доверяли. У нас большое количество разных животных.
получается. И нам нужно было что в первую очередь? Чтобы животные доверяли не только людям, но начали доверять друг другу тоже. Каждое животное, как и человек, есть талант, нет таланта. Так же есть у животных. И вот ты смотришь на животное и видишь, если он талантливый, значит, вот он трюки начнет делать. Вот все как и у нас. Именно в этом шоу представлен грандиозный номер «Групповая трансформация Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Геи Эрадзе со всего света. Вы знаете, это какой-то фурор на самом деле. С самой первой секунды я поняла, что зал открытый, зал ждет нас, зал любит нас. Я сейчас только что за кулисами была, видела наших ребят, артистов. Все только и говорят, какой зал, какой зритель, какая публика. Это столько эмоции. Сегодня был полный зал детей, которые смеялись, улыбались. Все были счастливы, довольны, поэтому мы начали, премьера отгремела. Мы с вами до середины июля, мы всех ждем. Разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, декорации и реквизит, эксклюзивные костюмы и, конечно, само первоклассное профессиональное цирковое искусство. Шоу поистине грандиозное. Гастроли в Рязани продлятся недолго, всего лишь до 14 июля. Поэтому поторопитесь, ведь билеты разлетаются с молниеносной скоростью. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.